Я говорю, классно, получи! Один ход. Да, да нет, я не поднял опять ракету, не достал. Ну, достал. Смеха,
Вряд ли. 6-7. Победители такого культура. Блин. А ты попал? Парма?
Один. Тут все на грани. Тут как... Нет. Плоско там все. Я точно так же добил. Ты куда идешь-то? Два.
Фух, да нет, Дима, только тупо. Вообще, как боженька. Переключаться со снаряда на снаряд, если можно. Мы же не удовлюсь пластиковый лан, что они вот абсолютно унифицированы. Ага. Ну, по сути, все играют Ионексом, все играют синим. 350. Или Литл одинаково. С Литлом, соответственно, одинаково. А перо все-таки оно и процесс физический пересушивается. И плюс еще куча марок этого пера. Хотел сэкономить, сразу перо другое, летит не так. Ну да, каждый сантиметр важен. Какой сантиметр? Каждый миллиметр. Конечно. Да все, мы готовы. Она не встанет. Да, подавай. Так, подари. Да, давай. Ты что это? Даешь возможность потренировать. Я принимаю. Я думал там дырка. А что тут? Я как не слышал. Задолбать. Вынудили ошибки. Да вообще.
мотай. Что у меня есть?
Скорее поле. Thank you.
пушка. Перебивать. Я стою. Даешь им все шансы. Ты симптомы не отпустишь. Да, я наверное. Бей сразу. Поля. Ну, очень похоже. Как сказать? Отсюда поле. Может, джентльмены. Круто. Круто. Как его Не знаю. Я не попадаю. Я забиваю.
Так, один. Thank you.
Ты встал сзади, бежал, не держал. Ты не внизу. Так что ты снизу,
успевает. Так, Вадик успевает. Сейчас успевает. Ушел? Ба-ба. Три-два. Первый близ на голову.
тоже проедем. А, мы с вами уехали. Да что такое-то? Сколько это не оболочек, а ботами тогда открывал? Да. А Константина ракетка другая совсем, у него баланс другой. Она прям совершенно другая, я даже понять не могу, понял. А посвященных там не тяжесть? Я не знаю, но помещаем, она не так работает. Что-то, мне кажется, она с управлением. У нее там просто на часах там стоит. А это уже все. Так, ты подаешь? А, нет, а я. Я ухо не захотел. Почти попал в кость. Верни ракету по игре. Что, не будем засчитывать, да? За оба тогда не будет. Не, вообще за очко. Желтый карточек. Вот. Тут нормально. Как говорит Арбенч. 7-5. Что ты делаешь? Что надо? Я хочу.
Где Дима ты? Где Дима? А, вот там. Понял. А вы делаете? Ну, команда. А сейчас перенести. Не живи, не учу. Морально поддерживаю.
Ну а что, будет группа. Я тут писал. Смотрите. Thank you.
Я сломал его. Да ладно. Ну что? Оно звук было. Где тысяча? А ничего не функционирует. Сейчас следующий сядет и все. И он будет на Ноги ремонтировать не надо, а вот лицо. Сори. Смотри, как он лицо это. А там дырки нет все? Есть! Ну это дырка же видно. Стоп, какой счет? Либо 8, либо 9. 9. 9. 5. Вот в этом раз. Сань, давай. Я ждал вообще. Не пытаюсь.
У меня рука. Зеро. Вот Дмитрий. Человек. Человек, да. Так, это сколько? 7-0. Хоть один честный человек, у меня когда майки. Коль, по шесту. Сразу видно. Не зря я бегал. Ладно, давай. Ничего. Я понял. Да. Я уже. Ой, блин! Отсек. Лишний. Два-два, ну ладно, давай. Нормально. Так а уже в следующей неделе тоже, да? Три-два. Снял. Снял. А куда?
Да нет, зашагнуть под удар я точно не успел. С вытянутой рукой. Останавливаешься. Вот, вот. Нет. Ну просто одним ушел. 9. 100%. Я даже не чикнулся. Наверное, ближе стоял. Нет, ракет не возьмут. Нет, готовил. Там 1-1-2-2, то есть уже сейчас остается игрок. Только одну выбрали, там где-то баллы. Причем сами себя загнали. Опять не Ребят, ну мы взять, понятно?
Ну конечно, под правую взлетишь. Ноль? Да. Ничего. Да, хватит часы трогать. Сейчас.
Не, в хороший смысл. Не в негативный. Это вообще было. Неправильно. Неправильно. А о чем? Да что, бить дать. Один. Ну почему? Ну что, один. Он в приложении, при звонке тебе по симптому дает. Реально? То есть ты сидишь на диване, вот вообще звонок. Там сопротивление бесполезно. Ну, это... 2-4. Да, я где-то такую старую модель покупал. Вот и зачем куда ты идешь? Или не идешь? Ну конечно иду. Потому что я дальнюю подал. Приятный. Вроде моя. Пять два. Надо смотреть. Пять. Я только что на меня подал. А, хорошо. Цена была 6 миллионов евро. Давай. Ну,
Блин, ну выше, выше. Понятно, что выше. Нет, я не успею. Ну, в этот раз я не сплю. Я делаю выводы. Не, ну... Не, правильно? Пробуй. При справедливости ради я и не очень сильно ударил, можно было кафе на 5 тогда. Нет? Да. Какие деньги, Сань? Посадят на чишу. Я уже не получил. Че у нас такое нахуй? Сейчас спокойно. Успокоим, налью. Не, релакс. Так, во сколько дали? Так, Лёнь, ты смотри за ней, да? Минус 7. Ну, сейчас, когда разнимешь. Я понял, в чём. Второй человек. Я обмотаю лишку. Пальбу, управление. Свинцовый лент. Да. Вот, видишь? Вот достаточно правильно встать. И... Давай, встань. Один, Сань. До свидания. Ты сама ракета? А чего живую? Я не дал. Один-один? Да. О, блин, опасно, да. Верняк. Чё ты молчишь? Думал, успе. Надо. Два. На два, да? Два. Ой, 3-2. 3-2. Трус, вмешался. Так будет скажет. 3-3. Блин. 4-3. Сань, как ты на тебе играешь? Прекрасно. Мы как минимум не проиграли. Счет-то. Мы 4? Похоже, да. Что-то дает. Я. Вот, Дмитрий устал. Давай, давай, давай. Давай, подавай, пока. Или не надо. По 4? Ребята, включила связь. Вот. Не помешал. А это было фактическое плод. Договоренности, ты меня посмотри.
Все-таки есть. Ладно. Перевалился. Мы пилим. Или как 7-6. Да ну. Как? О чем мы говорим? 8-6. У меня сил даже говорить нет. Восемь, что ли? 7-8. 7-8. Ага. Если аут, ты прям кричи. Ну я был на смс отправляю. Я же вижу, что он издевается. Аут, а Леонид не коснулся. Так, счет. Я отшел к Тане по диване. А и там либо переваливается, либо не давай. Стоящая пара. У нас одна, не знаю. А вы играете в длинную. Разобьем вот этих вот. Наконец. Да. Были мы один пас. Вырвали. Победа. Что, вы здесь? Да? А ты одевал эту штуку? Я шампанул на ставке, наверное. Как только мы начинаем, сразу хоп, кто-то... На Лигу чемпионов, что ли? Да нет, там какая-то херня. Чемпион, нет, чемпионов нет. Да нет, кстати, не понятно. Чемпионат в Уинге, да? Ты угадал. Но он просто ты единственный, который сейчас... Вот одни, ну и сейчас еще играют, кто там их играет. Старый играет. А мы видели хорошо? Ну что, вы будете, не будете заходить? Я не буду. Леонид. А Леонид? Ну что, ну 5 человек. Ну тогда вы. Возьмешь? Ну тогда кого? Все, тогда как? Нет, если я просто... Так, да. Я? Ну да, ты с ним. Ай-яй-яй-яй-яй. Я там страхал. Так, все было все. Давай, один раз. Долго. Порой не задачу. Даже не ждал, что я... Блин! Давай, один. Ну, плюс-минус. Ну, и Буфон играет. Не, я не про это. И был матч с Спартаком. Хороший. 4-1.
уже 2 часа. Он видно забил. Коля, Коля. Мне кажется, Коля. Да, Коля. По траектории. 7-7. Давай. Жестче ударить. Она должна взяться. Да, это тоже без разницы. Это попал, забил. Все, сейчас спокойно, спокойно. И 0-1. Костя, правда, мог и перехватить. Первый плохо, второй хорошо, но тут ярко. Первый был опасный. Баланс. Четырем. Один баланс.
Так, ну что, кого он? Развивайте этих негодяев. Все, хватит. Пусть. Отдохнет. Пусть отдохнет. Да. Пусть переделывается, да? Или переделывается? Переделывается. Ну пусть переделывается. Константин, остается. Да. Так. Окей. Ну что? Ну я даже что не знаю. Да, я пока все. Окей. Давай. Давай. Коль, вы играете? Нет. Николай хочет посидеть. Дмитрий, вы идете. Ну ладно, он больше нас играл. Что, ну ладно. Он играл без перерывов, а мы там сидели. Я играю скамейку. Да. Куда вот? Пять сек? Нет, вот там. На перемотку? Нет. Заряд проверяю. А, наберут по объявлению. А то бадминтон, махать, космос, там ракета какая-нибудь. Высокая область еще. Поле. 2-1. Здесь не горит. Высокий там карандаш, графит. Санет, мы только разогреваем. Все, я понял. Никогда такого не было.
А вот есть, да? Оль. 9. Налетел так прям. Причем даже стык линии не пользуюсь сюда. 0-2. Давай. Там дырка. Там дырка, да. Там дырка. Счет? 3-0. 4-0. Все было рассчитано. Ладно, не надо. Давай. Да. Ну, конец. Видишь, это левый? Сначала назад, он вперед, все. Даже лучше, чем правый. Ну, чем правый. Может, надо вперед? Да, я сижу. Ты же много играл. Да. Ну, ну сейчас. Все, давай, ебай, поедем. Кури, давай. Я думаю, что. Так, ну. Из-за того, что здесь было, не то, что курить, жениться надо, да? Я. Ну, ну все, давай, я вижу, что они да. Вперед. В сторону. Слабо. Не ох, знаю, как я, но Дмитрий настроен решительно. Так что мы сейчас победим. Какой вообще? Он по дуге полетел. Еще раз? Серьезно, как-то вот. Не знаю, но может быть я как-то криво. Давай. Ну, вроде без дуги. Быстро набираем. Да. Пошли с тобой. 5-0. Ух, ну тут я не дотянул. Ну ладно, окей. 1-5. Нормально. Полет нормально. Выиграть. Вы все ждете путь. А он сидит. Мы уже не ждем. Все. Мужки затянут. Это не на сетку. Это на сетку. Совсем. Ну да, они уже нервные. Они нервничают, ты видишь? 8-2. На любой вкус. 9-2. Мы спокойны. Ну да, 3. Они нервничают и бьют, а вы не нервничаете и не бьете. Да. По-моему, уже пока не рыльца. Давай. Фига себе. Давай. О, в смысле. Ну да, можем. 4-1. Я.
карта 4. Поле-поле. Да. Ровно мне прям мощь. 13-4. 14. Еще не эфи, но теперь забили. Да, что? Мне кажется, такое что-то выиграл. На пуск пасть. Все возможно. Я играл с Антонио. Ну, а он не предсказывал его. И мы выиграли. Коля, мы проигрывали 4-14. Да. 4-14, выиграли 16-14. Да, и было решено таким образом. Антонио просто уходил с площадки. Да, Саня. Какие не помню. Мы как-то не помним с тем, что Александр с Леонидом играли. Так, не надо вспоминать. Я хорошо помню это еще. Все, может, быть, всем спасибо. Счастливо. За ракетку спасибо. Спасибо. Ну, как обычно. Да. По 400. Я забыл в прошлый раз, а сегодня. Да, да, да. Я все равно забыл. Нет, вас раньше. Я раньше. Значит, в середине. Оп-оп-оп. Продолжает? Так, мы как-то. Что, мы продаем? Мы подаем, видишь, Володя. Кто подаст, кто примет. Там очень сильная сетка дернулась, поэтому не было видно. Ну, так, сейчас? Один уже. Коль. Как вас? Вот так же он перевалился, мне кажется. Нет, ну тогда-то он перевалился все-таки. Говорю, что тогда он так перевалился, как сейчас. Не сказал. 2-2. Обычно просто этот момент 3. 2-2. Блин. Пара-пара-пам. Вот просто смотри, цель полезна. Вот, видишь? Да, шаг. 5-2. Хорош. Что-то не будет. Давай. Хорошо голосил. Тогда мы их догнали, хоть проиграли баланс.
Полетела над сеткой, наверное. Нет. Два.
Он еще там. Он еще там. Он летел через центр, а должен был лететь вот здесь. Ну, выше, да. Ну, или попали. Ну, видишь, пока попадает. Ну, нет, ты иди сейчас хорошо попадает. Разогретый, наоборот. Что, нормально играем, просто здесь подплываем. Ему не так просто, он нет, сам Лёш, ты бежишь с вытянутой рукой, ничего не сможешь сделать. Ну я точно скину. Не точно. Как же я его иногда практически скинул. Нет, ну, нет. Ты тоже скажешь, просто тум. Не добил тоже. 2-2. Лёш, ну ты бы, наверное, на метр надо повыше подавать, а не ему на ракетку. Ну, Дима бы так сыграл. Нет, Дима уже бы так не сыграл. Попробуй. Да подождите. 3-4, я же здесь. Нет. Как и не отбил второй. А я сейчас стою и не расскажу, что все хорошо. Оля, мне так. По-моему, нам пора домой. По-моему, нам пора домой. 6-3. Семь-семь. Промазал.
Я. Может быть, но вот так высоко летел. Хорош! Я чувствую себя вот как теннис есть мальчишки на подаче. Вот я вот чувствую как-то так. Ну конечно, первый. 1-5. Блин, да что же за говно? 6-1. Виноват. Нырять там. Ну, Лёша, это твой был. Ну, конечно, мой, я понимаю. Но тоже право. Не добил. Ты не можешь ударить такого. Не, могу. Не можешь. Это невозможно. Эй, 5-8. Да, попал в воду. 0-6.
попал. Не спали. Костя. Последний. Третью игру играть. Уж половину, да? Кость, можешь тебе взять орган? Я взял самую легкую, чтобы пробить. 25 минут. Что-то я не заметил. Ну довольно плотно. Играет. Что ж такое? Ну ладно, давай. Сейчас на момент. Коля, бери влево. О, голова помешала. Квадрат и по длине. 4-4. Да ёлки-палки! 9-6. Здесь же вы не насколько случайно пробивали? Нет. Сейчас могу.
Не очень далеко. 10-6. Ой, я очень плохо подал. Позорненько. Я вообще тут не вижу. 11-7. Ну ладно, ну, ничего. Я катал. То, что спал тут. 12-7. Продолжаем. Ну я уже сделал. Я решал. 16? Да. А, простите. Я все испортил. Дима, мы все про. Уходишь в поле на 5 рублей. Интересно, почему они продолжают на тебя играть, учитывая, что я стабильно показываю, что я с тобой звено, а ты конечно, забиваешь. Конечно! Думаю, где бы сломиться, там ошибил. Да и... Что там счет? 7? 8. 8? Не знаю, сколько. 7-8? А. 8, а ладно. Меньше. Ты уже подавал? А у нас 7. 18-7. 8. Нет. Да совсем. 20. Когда уже Дима с Леней играл, он так не мог делать. Он там стоял сзади, не понимал, что хочет кидать. Скорость так вроде. Костя, скорость увеличивает. Надо Косте продолжать играть, тяжелить. Я думаю, что если Костя поиграет, мы сейчас.